Доброе время суток, с вами Виктор Дулин, 26 февраля 2019 года, и сегодня мы с вами готовим несколько омлетов. Основная составляющая омлета — это молоко, в данном случае берем 2,5%, и яйца. А главное же, то, что мы должны соблюсти, это весовые данные. Вот если мы с вами взвешиваем здесь два яйца, и их масса, как видим, 105 грамм, значит, молока должно быть влито еще 315 грамм. Итого должно быть, получиться 420 грамм в общей сложности, что я и делаю. Вот, вливаю молочко, смотрю на весы. Вот мы с вами пакет целый вылили и погорячились. Молока получилось 400 с лишним грамм. Куда смотрел человек, непонятно. Должно быть ровно 420. Вот, поскольку я, в общем-то, педант, вот таким образом мы с вами остановились на 420 граммах. Вот, ну, остальное вылью в банку. Все равно сегодня будем печь блины. Вот таким образом нужно быть педантичным, если мы хотим получить стандартный вкус, а самое главное — высоту нашего омлета. И теперь я просто-напросто беру миксер и эти яйца взбиваю, хотя никто этого не рекомендует делать, но как человек ленивый, я делаю именно так. Ну, после этого, как забью, посыплю перчиком, соли. Этого вполне достаточно. Как видим, емкость я выбрал достаточно высокую, и наш омлет при этом не сядет. И готовить буду, конечно же, не в чем-нибудь, а именно в микроволновой печи, потому что так быстрее всего.